Внимание автовладельцев и тех, кто пользуется общественным транспортом. В связи с проведением фестиваля-ярмарки «Берестейские сани» проводится временный запрет на движение транспортных средств со среды. 17 января с 18 часов по следующим улицам. Брестской на участке от улицы Завальной до площади Ленина, по улице Горького на участке от улицы Брестской до Белова, по улице Зои Космодемьянской на участке от Завальной до площади Ленина. Автобусы городских и пригородных маршрутов, следующих по улице Горького, будут ездить по улице Завальной, как в прямом, так и в обратном направлениях. На это время движение на Завальной будет двухсторонним. Вводятся временные остановочные пункты. Центральная библиотека будет на улице Завальной, в районе дома номер 4 по улице Завальной. Улица Горького переносится на улицу Завальную, отделение АСБ «Беларусьбанк», напротив бывшей рембытехники. Площадь Кирова переносится на улицу Завальную в районе Белгостраха. 20 января с 4 часов утра, предположительно до 17 часов, исключаются из обслуживания остановочные пункты улицы Белова в направлении Завальной и автокасса в районе городского дома культуры. На пригородных маршрутах Столинского направления для посадки пассажиров вводится временный остановочный пункт улица Горького, расположенный в районе отделения Беларусьбанка. Еще одна информация. Для тех, кто в субботу, 20 января, не сможет принять участие в празднике, телекомпания «Пинск» готовит сюрприз. У наших зрителей есть шанс увидеть самые яркие моменты областного фестиваля-ярмарки «Берестейские сани-2024» в прямом эфире. Трансляция торжественного открытия, парада стилизованных машин, шествие Дедов Морозов начнется в 13:30. В 14:30 гала-концерт лучших творческих коллективов и исполнителей Брестской области, гостей фестиваля. Смотрите нас на 27-м канале в зала на территории всей Брестской области в эфире кабельных операторов города Пинска, а также Лунинца, Микошевичей, Столины и городского поселка Речица.